тебя пока называть не буду. Можно раз показали, называли. Yeah.
Рома, а как камера-то включается? Большая кнопка одна. Мелко не видно. Они похожи на туристов, отдыхающих. Как-то не видно. Такие крупные мужчины не видно. Мне, в общем. Крупные руководители, ему не видно. То есть вы сильно, если можно, не отходите от водорослей. Да. Они любят там водорослей. Пошли. Да? Не-не-не, сейчас подойди на то, подойди. А мы проплывем. Готов? Готов. Жениться тебе надо. Я уже два раза. Камера включена. Готов, забыли, да?
помочь? Ох ты! Зачет! Зачетная щучка. Мимо проходили, ну, плыли, тащили ее. Еще две стайки. Мы на этот край встали. Мы на этот край встали. Такие хитрые, нам сказали. Осторожные. Достаточно осторожные. Когда уходят туда, в тину. Thank you.
дальше. Вот дальше. Есть? Есть. Ага, вижу его. Сейчас его снимаю рыбу. Смотри, видишь? Вон он, харис. В воде видно будет его, нет? Сейчас. Надо совместить. А, понял. Классно. Все, классно. Ловись, рыбка большая, маленькая. А вот. Опа. Ох ты, змей какой. Огонь. Огонь, здорово. Да, так его, Владимир Иванович. Ах ты, змей. Ну-ка иди сюда. Не надо. Зачем? А зачем? Он так нормально. Красиво, да? Да. Давай. Нет, горы давай, красивые. Горы. Рыбу. Рыбу снимай, а не горы. Рыбы есть. Держи. Ну вот, теперь можно и ехать. Хитрость есть маленькая. Вот так надо. Ржет свою руку, она еще. Ничего себе. Что, есть? И вот Сергей Кужугедович, бросай туда. Там, где рыба нет. Ага. Нифига себе. Это что такое? Это окунь такой здоровый. Ты что? Что с тобой? Да.
Вот он здесь мерный такой. Мерный, да. Это хорошая рыбалка. А мне тут подсовывали, дай вот это. Да что ты, прекрати, тигр. Давайте нормальный дадим. Честный спиннинг. Я вам давно говорил, в эту сторону кидать надо. Да. Я уже записал. Все. Мы вчера говорили вам, мы еще не рыбачили даже. Отлично. Как надо показывать? Вот так? Вот так под пузико. Да. Под пузо. Под пузо. Выше, Владимир Иванович. А? Сантиметров на 20 выше. Вот. Кучку. Зря на футболку, на России.